В этом году Барышевской школе номер 2 имени Героя Советского Союза Молчанова исполнилось 115 лет. Капитальный ремонт здания стал подарком учителям и ученикам. В школу приехал губернатор Сергей Морозов. Мы специально сделали ее вот такой вот очень яркой, красивой, наверное, одной из самых, самых красивых в городе Барыше. Милости просим, заходите, заходите, радуйтесь. Не судите строго. Есть еще небольшие неполадки. Ну, а где их не бывает? Все бывает в нашей жизни. В самое ближайшее время мы там все эти неполадки там доработаем. Самое главное о том, что все те сплетники, которые говорят о том, что мы школу не построим, вот пусть они здесь посрамятся. Мы любим эту школу. Мы любим учителей. Еще в прошлом году по инициативе главы региона в Барышевской школе номер 2 начался поэтапный капитальный ремонт. На эти цели из областного бюджета было направлено почти 85 миллионов рублей. Если окунуться в полтора года тому назад, то здесь просто стояли четыре стены. Когда стояли мы на первом этаже и, подняв голову, мы видели небо. За полтора года поменяли перекрытие и все остальное, окна, полы, двери, ну, штукатурка, отделка, поэтому все здесь совершенно новое. Водопровод, канализация, отопление, видеонаблюдение. Кроме того, почти 27 миллионов рублей было направлено на благоустройство территории школы, в том числе на спортивную площадку, которой нет аналогов в Ульяновской области. Губернатор назвал ее стандартом школы 21 века, который будет распространен на все муниципальные образования. 2 сентября порог школы переступило почти 400 мальчишек и девчонок. Своими впечатлениями от обновленного учреждения поделилась мама троих детей Елена Шарпова, которая когда-то сама ходила в эту школу, а сейчас здесь учатся ее дочки. Школа была в ужасном состоянии, конечно, падали потолки, и как бы и полы уже были 150 раз накрашены, то есть школа тоже старая уже, старые постройки. И вот то, что сейчас, когда мы пришли просто помогать учителям убираться, в школе сделан очень хороший ремонт. Все это капитально сделано, полы выложены плиткой на этажах, в кабинетах очень чисто, светло, пластиковые окна. Я надеюсь, что будет очень тепло, потому что поменено оборудование все. Ну и дети очень довольны. Как оказалось, выпускницей этой школы является первый заместитель председателя правительства региона Марина Алексеева. Я закончила эту школу уже достаточно давно, в 1993 году, и практически 36 лет тому назад я впервые переступила этот порог этой школы совсем маленькой девчонкой, и вот мои воспоминания школы тогда и сегодня – это огромная разница. Даже тогда школа не была так прекрасна, как сейчас, и мне кажется, а самое главное, вот та атмосфера, которой я много лет, 10 лет, от 1 до 11 класса здесь я проучилась, вот она осталась. Это не единственная школа, которую посетил губернатор Сергей Морозов. В школе в селе Глотовка Индинского района только планируется проведение капитального ремонта, подобного тому, что сделан в Барыше. Здесь его с нетерпением ждут и учителя, и ученики. Глава региона напомнил, что пару лет назад было принято решение построить в области 15 новых школ. В настоящий момент в Ульяновской области строится 7 школ, некоторые из них открыли двери. В ближайшее время в регионе будет заложено еще несколько школ. Ирина Антонова, Юрий Ломатов, новости Улправда ТВ.